Игорь Петренко и Екатерина Климова неоднократно сталкивались с проблемами в отношениях. Бывшим супругам так и не удалось сохранить брак, но после развода они все-таки смогли остаться друзьями. Это сейчас Игорь является востребованным актером, любимым мужем и многодетным отцом. А в далеком 92-м будущий артист был уверен, что его жизнь закончилась. Тогда юный Петренко связался с плохой компанией, стал свидетелем убийства и вместе с истинными виновниками был осужден и получил срок. Сын военного, мечтавший продолжить дело отца, стал заключенным. В тот период только поддержка семьи помогла Игорю справиться с испытаниями. Мысли возникали разные, некоторые из них были очень печальными. Я понимал, что теперь вряд ли смогу вернуться к нормальной жизни. Пока находился в заключении, моя девушка умерла из-за передозировки. Это было очень тяжелое время, говорит актер. Впоследствии в отношении Петренко приговор был пересмотрен, его выпустили из-под стражи. Парень окончил школу и с первого раза поступил в театральный вуз. Институт подарил Игорю не только надежду на завтрашний день, но и новую любовь. Именно в вузе он познакомился с будущей женой Ириной Леоновой. Сразу после выпуска артисты поженились, но их брак просуществовал всего 4 года. «У нас с Ирой так и не получилось стать родителями, но она действительно замечательная. Мы сейчас вместе работаем в театре, играем в одних спектаклях и хорошо общаемся», – поделился актер. Еще живя с Леоновой, Игорь встретил другую женщину, которой было суждено в корне изменить его жизнь. Знакомство с Екатериной Климовой произошло на съемочной площадке проекта «Московские окна». Артисты раньше знали о существовании друг друга, ведь учились в одном институте, но именно в ходе работы над сериалом между ними проскочила искра. В тот период Климова была замужем за Ильей Хорошиловым, да и Петренко был не свободен. Поэтому влюбленные решили не давать чувствам шанс. Они не общались целый год, но в итоге поняли, что не могут друг без друга. Однажды Екатерина пригласила Игоря на очередной спектакль, и больше они не расставались. «Катя стала мамой двух моих сыновей. Возможно, если бы у нас не было детей, мы бы расстались раньше. Бог его знает. Ради них мы каждый раз брали себя в руки и шли дальше. Другое дело, что в нас что-то трескалось и однажды просто сломалось», – делится актер. Климова и Петренко были вместе до 2014 года. Все это время Игорь воспитывал и дочь, избранница от первого брака. Однако сохранить свой союз артистам так и не удалось. Их развод был очень тихим, а вскоре оба обрели личное счастье в новых отношениях. Сейчас Игорь женат на Кристине Бродской. Супруга родила ему 3 дочерей. Петренко поддерживает отношения с сыновьями, они часто путешествуют и проводят вместе семейные праздники. По словам актера, каждый период его жизни был по-своему уникален. С Ириной Леоновой он впервые понял, что такое семейное обязательство, а с Екатериной Климовой познал радость отцовства. В третьем же браке Игорь Петренко наконец обрел то самое тихое счастье, о котором мечтал много лет. «Наша жизнь не приемлет в себе постоянства, и прощаться легко, только некая грусть заполняет в душе небольшое пространство, если сверху смотреть на отмеренный путь. Ведь прощаемся мы не с людьми, не с местами, и не в том между нами расставание суть. Всякий раз мы прощаемся с нашими днями, что уже не вернуть». Вот такая непростая история. Если хотите узнать еще больше таких, подписывайтесь на наш канал. А если интересуетесь новостями шоу-бизнеса, которых нет на Ютубе, подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки под видео.